Привет всем! Меня часто спрашивают, зачем нужна велотриальная лицензия UCI, если я не собираюсь выступать на мировых чемпионатах. Я объясню вкратце, зачем она вообще нужна. В этом году, вы знаете, у нас очень классный сезон. У нас всего 4 этапа Украины и 1 чемпионат. 5 официальных соревнований. Велофедерация Украины пошла нам на уступки и сделала эту лицензию по льготной цене. Это означает минус 50%. 50% оплачивает спортсмен, 50% федерация. Лицензия действительно очень крутая выглядит, недешевый картон, классно выглядит. Преимущество ей. Она дает выступать на международных соревнованиях, этапах мира, на чемпионатах мира. Т1 класса соревнования международные. Ты можешь поехать в Европу и спокойно с ней выступать. Что она дает в Украине? Она всего лишь дает рейтинговые очки на чемпионате Украины. На этапах Украины она ничего не дает. Но, как вы знаете, в этом году я буду вести рейтинг, независимо, будет у вас лицензия, не будет у вас лицензия. Если вы приехали на этап или на чемпионат, вы за занятое место в любой категории получаете свои очки. За все 4 этапа будут, само собой, определенные очки. И победители, которые наберут самые большие очков за все 4 этапа, будут награждаться в каждой категории все 3 места. Вы поняли, независимо, будет эта лицензия или нет, вы все равно сможете получать очки. В чем преимущество у нас в Украине? Лицензия может посчитать, сколько официальных спортсменов у нас в Украине. Во-вторых, у кого будет лицензия, будет бесплатная регистрация на соревнованиях. К примеру, эту лицензию можно отбить за 2 этапа, а у нас всего лишь 5 соревнований. Вы еще, как говорится, останетесь в плюсе. И, конечно же, это развитие спорта. Выходят все деньги, которые мы оплачиваем, они вложиваются в бюджет на следующий год. Если, конечно, у вас есть вопросы, вы можете их задавать. Я внизу напишу ссылку, под которой есть подробная инструкция, которой за 5 минут можно купить эту лицензию и, как говорится, радоваться. Всем спасибо, хорошей катки и встретимся в Нетишине через 1,5 месяца.